Более 120 очередников сегодня получили ключи от квартир в Алматы. В их числе люди с инвалидностью, сироты, пенсионеры и ветераны. Приведя в порядок документы, новосел сразу начали заселяться в новое жилье в микрорайоне Шугла Наурызбайского района. Отмечу, что всего до конца года планируется выдать ключи от квартир 2000 жителей мегаполиса. Более половины из них уже отметили новоселье. Я очень рада. Моя дочь получила квартиру. Спасибо за такой подарок. Пусть таких радостных моментов у всех в жизни будет больше. Все квартиры выдаются сразу в чистовой отделке, и в них можно сразу заселяться. Отопление, водопровод, все коммуникации подведены и работают. Это арендные квартиры, поэтому есть ежемесячная оплата. Она зависит от количества комнат. За однокомнатную аренда около 10 тысяч тенге, а за трехкомнатные – 20-25 тысяч.